Дождливым московским вечером «Комсомольскую правду» пригласили на эксклюзивную презентацию нового автомобиля «Ламборгини». Вокруг все серое и почти осеннее, а яркие краски новой машины должны были развеселить москвичей и заставить их задуматься о сказке. Ну а чем этот ярко-красный красавец удивит Москву, мы узнаем совсем скоро. То, что вы сейчас видите, это Lamborghini Urus. Уникальный концепт-кар, единственный в мире. Его премьера состоялась на автосалоне в Пекине в апреле этого года. Сейчас он на 2 дня приехал в Москву. Могу сказать вам по секрету, что на этот стенд автомобиль заехал своим ходом. Этот автомобиль удивляет с первого взгляда. Его внешность говорит сама за себя. Видеокамера вместо зеркал заднего вида. Мощные воздухозаборники на крыльях и на капоте. Большие колесные диски с углепластиковыми аэродинамическими вставками. Открываются двери также необычно. Достаточно дотронуться до сенсорной клавиши, и дверь сама открывается. В этом автомобиле собрано множество инноваций и технических достижений. Кроме выдающихся внешних данных, впечатляют и заявленные технические характеристики будущего шедевра. Захватывающую динамику обеспечивают 600 лошадиных сил. Уникальный стремительный дизайн основан на широчайшем использовании облегченных материалов. При длине почти в 5 метров Урус прекрасно вписывается в сегмент спортивных SUV-автомобилей. Его высота всего 1,6 метра, что значительно меньше, чем у одноклассников. Вместе с внушительной шириной в 2 метра Урус имеет идеальный спортивные пропорции. Главное условие отменной динамики – это двигатель каждого Lamborghini. Постоянный полный привод, как само собой разумеющееся. Еще одна цель Lamborghini Urus – превзойти конкурентов по уровню выбросов CO2. И главное условие здесь – минимально возможный вес. А это полностью соответствует философии дизайна Lamborghini. Пока же нам остается только восхищаться кроссовером легендарной итальянской марки. В Москве Lamborghini пробудет всего 2 дня. Столица России – вторая остановка в мировом турне новинки. К нам она прибыла из Китая, а после отправится на парижский автосалон. И все-таки Москва – город особый. Это признают и производители. Даже по итогам первого из 2 дней пребывания в Москве мы можем сказать, что Урус уже завоевал внимание потенциальных покупателей. И мы с нетерпением ждем подтверждения о заводе, о начале производства. А, к сожалению, мы пока не можем гарантировать поставки этих автомобилей, но потенциальные покупатели, горящие глаза у людей, которые хотят этот автомобиль, мы уже видели. Мы знаем, что в России любят красивые, быстрые, мощные автомобили. И уверены, что этот автомобиль не заставит себя ждать и что он будет востребован. Когда автомобиль поступит в официальную продажу, пока неизвестно. Речь идет о 2016-17 годах. Пока же наслаждаемся мировой премьерой и ждем роскошного автокрасавца на наших дорогах. «Комсомольская правда».